Привет всем, с вами я, Анна Цурканова, с рубрикой «Мой город Шымкент». Всех поздравляю с праздником, желаю счастья, здоровья, удачи. И мы сегодня находимся в парке Независимости. Вот об этом и поговорим. Что вы знаете про парк Независимости? И чем он вам нравится? Вот вы сюда приходите, гуляете. Что вам парк Независимости нравится? Не знаю, люди тут гуляют, а тут нету ничего... Ну, чтобы мешать, ничего нету. Там чистая природа, воздух. Не шумно, да? Да, не шумно. Угу. Не шумно, чисто, свободно. Вы отдыхаете здесь? Ну, да. А вот вы, когда с молодежью собираетесь, где проводите свое время? Ну, сейчас есть многие места в нашем городе. Какие? В Плазе можно, ну, в парке... Тем не менее. Поздравляю всех с Днем Президента. Желаю всем счастья, здоровья. Живите мирно. Вы часто бываете в этом парке? Да, часто. Я здесь близко живу. Угу. Ну, мне нравится то, что наше государство и президент построили такой красивый парк Независимости. Вот мы сейчас находимся в парке Независимости. Чем этот парк вам нравится? Парк чисто и уютно. Мне нравится, вот здесь как-то вечером приходишь, уютно, приятно, и отдыхаешь. А когда вы с молодежью отдыхаете, куда в основном ходите? Парк в Байдвеке, вот здесь, и дендропарке. Зоопарк, дендропарк, Ордабасы, Плаза, Мега, все? Плаза. Ага. Все. А парк Независимости вам нравится? Вы сюда приходите? Да, приходим, когда день, погода хорошая. Что вам здесь нравится в парке Независимости? Уютно здесь. Байдвек Купа. Осында парктерге жаттығу жасап, тренировок. Современной достопримечательностью и настоящей гордостью города Шымкента является парк Независимости. Торжественное открытие городского парка состоялось в 2011 году в честь 20-летнего юбилея независимости страны при участии президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Новый парк стал настоящим украшением не только города, но и всего региона. Парк находится в историческом центре Шымкента. Изюминкой парка Независимости является его оформление. В самом центре установлен впечатляющий монумент единства казахстанского народа, который был создан из 137 металлических элементов, символизирующих 137 народностей Республики Казахстан. Вдоль центральной аллеи парка можно увидеть гранитные доски, на которых изображены яркие события в жизни страны за период независимости. Общая площадь парка составляет 82 тысячи квадратных метров. Центральный вход в городской парк украшен аркой. Главной гордостью парка Независимости является великолепный поющий фонтан, над созданием которого трудился китайский архитектор. Парк Независимости в Шымкенте – это одно из излюбленных мест отдыха не только местных жителей, но и гостей нашего города. Поздравляю всех казахстанцев с Днем Президента, первого президента. Поздравляю с первым декабрем, с Днем Президента всех казахстанцев. И желаю счастья казахстанцам и удачи. Бірінші тоқсан президент күнімен құттықтаймын барша қазақстандықтарды. Оларға сәттілік жұмыстарына барлығына сәттілік. Всех казахстанцев поздравляю с 1 декабря днем президента. Желаю счастья и здоровья всем. Барша қазақстандықтарды бірінші желтоқсан президент күнімен тұңғыш президент күнімен құттықтаймын. До новых встреч! С вами была я, Анна Цурканова. Еще раз всех с праздником, здоровья и удачи. Всем пока!